В общем, братцы, как говорят на Алтае, ситуация патовая. Оставил на вечер себе специально время для того, чтобы прокосить всю эту территорию. Но моя повидавшая все виды газонокосилочка Хускварна пришла в негодность. Покажу вам, что случилось. А все банально. У нее помер кикстартер, который так был уже на последнем издыхании. Самое страшное это то, что за годы эксплуатации, с 2006 года аж ходит мотор, у меня раздолбило все посадочные крепления. Соответственно, все болты, все приходится подтягивать после каждого прокашивания травы. А это уже, честно, надоело. Сбросил мотор и был просто шокирован. Порван корпус. Надо какую-то прокладку сейчас заказывать, которая будет мотор поддерживать. Ну и сам мотор. Завтра, короче, еду в магазин смотреть, выбирать. Вот два мотора, которые подходят под эту газонокосилку. Отлично. То есть вот этот вообще прям родной. Серия 625 такая же, как и стояла на моей газонокосилке. Это чуть подешевле и модель чуть попроще. Но есть одна большая проблема. Менеджер Артем мне говорит: Денис, недавно совсем... город Белокуриха привезли мне кучу 103-х Хускварн, у которых у всех полетели моторы. Они старые уже модели были. Эксплуатация не бытовая, а профессиональная. И говорит, а вы хотя бы попробовали проверить с менеджером вообще подключение вот этой переходной муфты? Я говорю, да нет, ну мотор же тот же самый, какая разница, нет, не пробовали. Мы берем эту муфту или переходной вал, муфту, гайку, не знаю, как ее назвать. Идем к валу, подставляем ее, и люфт нереальный. То есть получается, что вал на новых бриксовских моторах уже не подходит. Блин, я говорю, ну как мы поступим-то? Как мы сделаем, чтобы все было хорошо? Он говорит, ну вариаций немного, но я советую тебе забыть про бриксовский мотор и выбрать чемпионовский мотор. 140-й. Нормальная штука. Именно их я в Белокуриху и продавал на эти Хускварны. Я говорю, ну если так, ну я не против. Если это все решит. Он говорит, давай подождем пару дней, мне придет новая переходная вот эта муфта. Ну, блин, друзья, если вы знаете, как она называется, напишите в комментариях. Я просто действительно, я не знаю, переходной вал, муфта. Мотор я поставлю в резерв, это 140-й чемпион. И он, в принципе, соответствует всем параметрам твоей газонокосилки. Я говорю, все, добро, так мы и поступим, уезжаю. В это время параллельно я заказываю в плазменной резке инженерно-защитных системах города нашего вот это кольцо, потому что у меня полностью разбиты все посадочные гнезда газонокосилки. Ну, как вы видели уже, да, что она все помирающая. И они тоже сказали, изготовят мне его примерно к этим срокам. Сначала думал, сам выпилю, потом думаю, нет, ладно, уже закажу эту плазму. Вышла на 910 рублей. Я должен вам сказать, что заказ плазменной резки, это была тоже определенная своя история. Так как я заказывал флюгер, помните, из видоса вот этого. Именно там, нарисовал его сам в Короле. То есть такой флюгер уже существовал в природе, но в моем случае Мишка не просто стоял лапами на основании, а еще и поставил одну лапу на бочонок, на который написал мед. Моей стройке я пчелкам очень сильно обязан. Я ухожу в дебри. Поэтому я уже умел с Coral Draw программы переводить в DVG файл. А плазма, которая режет на станке ЧПУ изделия из металла, она вырезает как раз их с DVG файла. Так, может мне ускориться уже, потому что я что-то рассказываю долго. В итоге мне изготовили кольцо. Я очень радостный. Все, оно готово. Я приехал, его забрал. Опять же, не снимая ничего на видео, потому что, в принципе, все просто. Ну, за исключением небольших нюансов, что не подошел вал, и надо заказать кольцо. И когда я приехал в первый день домой, решил примерить кольцо, подставляю, а оказывается, оно не подходит из-за того, что вот эти 5 миллиметров на окружности были просто не соблюдены. А это очень знаковое мероприятие. У меня было несколько вариантов. Либо распилиться вот здесь до необходимого радиуса, либо спилить вот этот ободок, что ослабило бы конструкцию. На тот момент я принял одно единственное решение. Я позвонил Елене, говорю, Елена, ну, слушайте, ну, не подойдет. Изделие все-таки стоит почти 1000 рублей, хотя какое-то колечко, ничего себе не представляющее. И давайте мы все-таки, наверное, сделаем как надо, по уму. Но так как компания инженерно-защитной системы все-таки пользуется доверием и является классной, проверенной мною компанией, мне выпилили правильное кольцо, при том, что даже не забрали старое, которое, внимание, в идеалочку подходит в то самое место, штатное. Но тут я вижу, у вас возник один вопрос закономерный. А в чем, собственно, тогда проблема? Так это же не самое главное, что произошло в те дни.
когда я приехал за мотором, обусловленным 140-м, как мы помним, чемпионом, за несколько минут до этого я залажу в интернет и нахожу, что эта же компания «Чемпион» производит моторы 160 ВК-1, 160 ВК-2, которые всего лишь на 600 рублей дороже, чем мой 140-й мотор, а сильнее на целые половина лошади. То есть, ну, реально мощный, классный, хороший мотор. И я Артему говорю: «Артем, давайте тогда вот этот мотор-то подберем, ну, там 600 рублей, это какая переплата, тем более в условиях моего ландшафтного дизайна, так скажем, косить вот эту траву намного лучше мощным мотором, чем менее мощным». На том порешали, он перебил уже счет, пошли выбирать новый мотор, смотреть. Подходим, короче, к этому чемпиону, переворачиваем его, и оказывается, что у него нет болта на сам вал. На один подходит болт, но он мотор послабее, а на посильнее мотор не подходит болт. Вот теперь новая проблема, ищем. Я, короче, на психозе уже, ну, я уже не знаю, что делать. Мне хочется мощный мотор, который с переплатой в 600 рублей, как мы помним. Звоню в это время в разные компании города, которые занимаются тоже моторами, и говорю: «Ребят, ну, может, вы поможете, ну, у вас же должно быть такое». В итоге в две компании дозваниваюсь, решаю туда ехать. Я просто не понимаю, как это все в маленьких провинциальных городах, как можно вообще что-то решить. Это нереально. Это просто нереально. Объясняю. Сейчас просто находим мотор, который посильнее, но у него в валу отверстие меньше. И такого болта невозможно найти, его нигде нет. И мне уже теперь-то хочется новый мотор, помощнее, тем более, что разница там в цене 600 рублей. А мотор прям на пол лошади сильнее. То есть прям, ну, хорошая вещь, будет работать убойно. Я принял решение сейчас съездить в другой магазин, который занимается также бензиновой техникой, и узнать, есть ли там болт. Если есть — круто, если нет — плохо. Болт, который мне нужен. Короче, проблема в болтах. Смотрите, ралли Париж-Дакар проходило через наш Бийск. Вот они, камазики боевые. Неделю, наверное, уже ездят по городу. Ну, то одна какая-то служба обслуживания этой гонки, то другая, и постоянно что-то видишь. Газонокосилка колесная, нужен для нее болт. Есть? Короче, нет тут ничего. Вообще в городе ничего нет. Ром, привет. Тебе, как профессионалу во всяких метизах, ты знаешь вот это понимание резьбы единичка? Да, мелкий шаг. У вас это есть? Диаметр не скажу, у меня просто есть образцы. Вопрос просто, если в таком шаге у вас есть разные болты, то... Это для газонокосилки крепление снизу. Это не строительное. А где это может быть? В автомобильном. А кто еще может такое? Да, мототехника, я уже все объехал. Ясно. Ясно. Понял. Спасибо. Давай, пока. Вариант у меня остается один. Брать чемпиона, вот этого, значит, послабее чуть-чуть. Ну, 140-го. Грустно, конечно, но город у нас такой. Вот столько масла должно остаться в банке. Так не заведется надо? Ну, газа нет. А вы обычно-то как проверяете? Ну, вот они только вот такие вот, вертикалки так идут. Так, ну, оттягивай я, дёрну. Давай, сейчас я. Так он потом отпустит, он заглох. Ну, нам хотя бы проверить, что она работает. Так не оттянешь, надо с той стороны. Или получится. О! Еще сильнее стягивай. Так, надо коробку от него, чтобы он вертикально в багажнике стоял. Я пошел тогда оплачивать пока, да? Ну, надеюсь, он будет служить мне верой и правдой. Сейчас мы его установим и посмотрим, как все будет. Втулка, вы видели, уже подошла. Осталось только теперь привариться мне по контуру, просверлить отверстие под новый мотор и, собственно, насадить его на болты. Еще хотите прикол? Хускварна? Чемпион. И по весу отличается нереально. Тут даже набивают код, как у меня на боевом оружии. По ощущениям, это что-то прям военное. Но я же не сказал еще один момент. Когда мы к этому мотору подключились, оказалось, что болт, вкручиваясь вот именно в этот шплин, да блин, будет называть его шплин теперь, вкручивается немножко по диагонали, под конус, на Хускварну.
Уже думали опять заказывать новый мотор, новые шплинты, но я говорю, слушайте, уже не важно, уже заберу этот, я просто возьму это посадочное гнездо и немножко дрелью расшурудю. Это никак не повлияет на эксцентричность, потому что вал-то будет все равно держать на месте. И мы на том и порешали, я уже забрал, что было, и поехал домой собирать свою газонокосилку. Попробую тестовый такой завод, потому что, ну, мне просто интересно. К сожалению, она пока не работоспособна, так как она, ну, высыхает. Краска еще не подсохла, рыжая. Завтра утром я специально для вас заведу, попробую какую-то часть газона, ну, мне просто интересно. Итак, первый тестовый завод газонокосилки Husqvarna с мотором от Чемпиона. Все работает, ждем утра, и там я попробую покосить травку. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. Все, пока.